Итак, всем здорово. Короче, вот и достал момент, когда у меня наконец стало 10 миллионов просмотров. На самом деле, уже 10 миллионов было несколько недель назад. Я это сообщал на канале, писал. Просто у меня не было времени, короче, сделать видео. То одно, то другое, то впадло, то еще что-то, блин. И сейчас уже думаю, откладывать уже просто некуда, потому что сейчас Новый год, еще там, думаю, надо уже делать, короче, вот. Опять жрать эту гребаную икру, как говорят, пульки, да? Наложил тут пульки, ёпта, вот. Ну, 10 миллионов, с одной стороны, это супер цифра, просто я ждал, ну, вот из тех цифр, которые были, да, там, 1000 подписчиков, там, 5 миллионов просмотров, это самая впечатляющая просто цифра, охуенски. Но я особо радоваться не буду, почему? Ну, просто за последнее время что-то постоянно какие-то цифры шли. То 5000 подписчиков. Ну, уже достаточно давно было, но все равно, как бы, не так уж и давно, да, как бы, то там 5 миллионов просмотров, то Т-54 взял, то еще что-то. Короче, заебал уже. Но. Потом, короче, мягкий, поэтому не нарезанный, поэтому так я его как смог нарезал, короче. С очком шампанское уже тоже заебало. Вот. 10 миллионов просмотров это просто невъебенно много. Конечно, когда такой канал, как у меня, это уже, как бы, и они идут миллионы, да? Совсем недавно 5 миллионов, помните, в августе, или когда там было, я делал видео, не помню, это прям совсем недавно, как бы, и уже 10 миллионов, да, вообще, охеренски. Я даже, честно говоря, тогда думал, что не успею до Нового года 10 лямов. Но. О. Но успел, с запасом успел. Сейчас у меня же даже где-то 10700. На канале обновляется реже, поэтому там может быть, к примеру, там 2 недели может одна и та же цифра, да, то есть быть. А за 2 недели там уже может быть и 500 тысяч просмотров пройти, поэтому ну сейчас даже на канале там уже 10600, по-моему. Ну. Но. Вот. Когда я начинал, я сначала просто зарегался, потому что мне нужно было коммент какой-то написать. Я думал, мне ответят. Вот, поэтому придумал мономат. Вот, потому что которые ники я использовал, были как-то заняты, еще что-то. Я прям вот придумал такой. До этого его вообще не было. Поэтому у меня не было видео вообще. Я вот в 2008 году в сентябре зарегался. Но первое видео у меня где-то в 2009 летом. Я купил фотоаппарат Sony и что-то там снял. Снимал что-то там про Москву немножко. Вот, и потом в январе 2010-го, то есть, да, некоторые говорят, у тебя канал с 2008 года, блядь. Про игры я, считается, только в январе 2010-го начал, и вначале я очень мало начал. А нормально я начал только в мае 2010-го, вот. И реально нужно считать дату, грубо говоря, моих обзоров. Ну, можно считать в март. Но в марте я тоже очень мало еще делал. Кто-то может посмотреть. Там, метро я сделал, там, Battlefield 2 Bad Company. Но это было еще очень мало, и я-то решил делать обзоры производительности на только на крутые популярные игры. Вот GTA 4, к примеру, но это еще вначале только кинул, и что-то так. Потом Battlefield, потом Metro, вот, и очень редко. И только потом, вот начиная с мая, я такой думаю, блядь, надо вообще на все делать. Даже на какую-то мелочь выходит, которая мне вообще не нравится. Потому что я же тогда знал, что только есть крутые игры, да, и в них нужно играть, а не во всякое дерьмо. Вот, но я такой увидел, что, короче, даже
Наоборот, если ты на говняшку делаешь видео, у этой говняшки может быть больше просмотров, потому что на эту говняшку больше никто не сделает, и когда в поиске будут вводить, а почему-то ищут. Вот я про немецкие симуляторы делал видео, потому что на самом деле вот на них достаточно много просмотров, потому что никто не делает обзор, потому что кому нахуй это говно нужно, но немцы ищут, блядь, они в поиске вводят там Wafferwagen геймплей, блядь, и если ты сделал обзор, то он в числе первых, и за счет этого шли, короче, просмотры. Я словил эту фишку, прочувствовал, короче, и стал делать на каждой какашке тоже, в том числе обзоры. Это в мае я начал, а такой в июне, блядь, уже думаю, не, надо что-то, это мелкий масштаб, нужно, блядь, начать делать на все супер популярные игры, обзоры сделать вообще на, ну, смотры, да, обзоры, смотры, я еще смотр слов не придумал, это я потом придумал. Вот, я думал, надо, ну, как бы обзор, мнение, скажем так, вот, мнение лучше, так сказать, на все популярные игры, потому что подавляющее большинство из них я играл, но в какую-то часть не играл, но я вначале подумал, что в основном я буду делать на то, что играл, ёпта, базафака. Ну, там, правда, и пошли, и которые не играл, там, Бэтмен, ёпта, Эрхэм, как там, ну, первая часть Бэтмена, короче, я у него вообще первый раз видел, но все равно сказал что-то и так. Ну, в общем, пошло, поперло, ёпта. И потом первый мой взрыв, скажем так, популярность, это ролики по мафии. Я сразу смекнул, что это супер популярная игра. Плюс было лето, и летом, как мы знаем, игр практически нету. Там были игры, можете посмотреть у меня по истории канала, да, ну, подайте упорядочить, посмотреть. Все игры, что были, все, даже мелкие, я делал, короче, смотры, обзоры. Сингулярити там был, на который Мэдисон сделал. Вот, и это все была херня, в основном выходила. И тут вдруг мафия, и я ее даже не ждал. Но когда я еще в январе 2010-го тоже ролики смотрел, трейлеры, хотя я особо этим не интересовался, я трейлеры вообще, считается, никогда не смотрел. Ну просто я на ютубе лазил и попадалось. Я смотрел, увидел такая графика, блядь, я думал, не будет так, нереально, хуже будет. И поэтому и даже не ждал что-то. А потом раз, и вдруг я занялся вот этой всей хуйней, короче. И потом раз, мафия, я такой, неужели такая графика будет? И тут демо пошла. Ну, помните, как это было, вот, кто помнит? И это я начал пилить ролики, пилить. И тогда еще в плохом качестве пилил 360p или 480, не помню. И пилил их по 8 минут, по 10, потому что ограничение было на 15 минут. И я частями пилил, блядь, я играл, пилил. И у меня там на демо 100 роликов на это, я пилил, блядь. Пилите, Шура, пилите. И вот там был первый супер взлет, и у меня поперли подписчики, но относительно поперли. Там было 300 или что-то такое, 250, что-то такое. Хотя у меня еще раньше они поперли, я еще помню, на Арму 2 я сделал там все, блядь, это мой один из первых успехов был. Ну, еще вот первый был это, блядь, это как, ну, баба, блядь, блин, уже забыл, представляете, величайший мой обзор, я забыл, ну, баба, которая бегает, РПГ. Вот, короче, я там чавкал, блядь, и вот это резонанс уже там был, но это, блядь, все равно это, я же вообще в ноль не был известен и так далее, вот. Ну, просмотры были пару тысяч, потом Arma 2 тоже взорвал, скажем так, да. Ну, относительно взорвал. Вот, но это было так, там кто-то подписывался, и я такой, о, блядь, если там в день там 2-3 чела подписались, я, о, нихуя, поперло, потом так, о, 100 подписчиков, о, там 120, 150, я такой, блядь, быстрее бы новая игра вышла, я сделаю новый обзор, у меня еще пару подписчиков, да? Я-то вообще не думал, знаете, я и не знал, ну, я Мэдисон не знал, но я даже не думал, что там может быть там 1000 подписчиков, или там хуй знает сколько, и чтобы сразу стать известным. Я такой, о, блядь, на меня сегодня там подписались 3 чела, охуеть, 3 чела, это, блядь, за месяц 3 на 30, это практически 100 чел за месяц. Я такой, блядь, надо быстрее. О, новая игра вышла, какая-то такая хуёвая вышла. Я такой, нет, блядь, надо обзор пилить, надо его везде. Короче, это было супер время, и мне вообще кайф, что это не было, вот как сейчас раскручиваются многие проекты, да, там, Хоббит или там еще кто-то. Они приходят, блядь, делают, ну, они, с одной стороны, нормальные видео делают, но они сразу, блядь, с Мэдисоном дружат, и давай там Мэдисон, ну, он там себя в группе, в блоге, обнимается, целуется там с ними, вот этот пиар идет, и вот такая, грубо говоря, быстрая, да, мгновенная раскрутка среди людей, которые, как бы, у которых много там фанов или еще кого-то. Я же это вообще не знал. Меня даже там ВКонтакте не было. Я даже не думал, что можно за счет ВКонтакте что-то там раскрутиться. Хотя уже
тогда были люди популярные, даже тот же Гамаз, он, по-моему, в 2008 году в основном зажигал. Но потом он тоже, но в основном в 2008 я его историю читал. И вот он тогда уже был именно ВКонтакте, они в основном ВКонтакте начинали. А я даже не знал, прикиньте, я не знал, что если ВКонтакте можно группы какие-то есть. Я даже не знал, что есть группы. Пиздец, я даже не думал. Я вот по форумам кидал где-то, по каким-то, да, там, какие-то там XBT или еще какие-то там. И то я даже все форума не знал, но многие вот, которые знал, что-то пытался кидать. А там очень мало просмотров, там, ну, пару десятков там, блядь. Вот. Ну, еще на какие-то кидал, все равно как-то накручивал. Но как бы, и вот я радовался каждому подписчику, можно сказать. И сначала я не чувствовал этой связи, да, то есть вот подписчики подписывались, но они не говорили: о, Ваномас, или там ты Ваномас, или что-то. Или очень редко они что-то писали. И вот это была первая, когда вот где-то в июле это начало появляться, когда я выкладывал новые обзоры, мне там пару комментов писали, что-то начали писать. Я такой: о, мне, лично мне что-то пи. Не, вначале тоже были комменты, но они такие: ты говнюк, ты чё там хуйню поришь, да, тогда я ещё на текстурке особо не... Ну, я говорил про графику, но не так, просто сейчас у меня уже скилл охуенный, у меня супер методология, где я расписываю графику, поэтому это более бросается в глаза. Тогда я как бы, по-моему, проще говорил и типа меньше обращал, хотя, ну, там другое всё было, потому что я в основном делал, вот если какая-то игра не новая, да, то я делал только на те, которые были достойные. Значит, если я на нее делал, значит, уже там уровень графики был достойный, не обязательно было особо там обсуждать. Ну, вот такие, в общем, смыслы были. Вот, и поэтому там, если комменты писали, в основном писали злобные, и не лично мне, а просто: автор, ты мудак, и так далее, да. И это писали, когда вот ты где-то разместил, и, короче, оттуда гневные писали, да. А где-то разместил, а не просто выложил, да, а вот потом, когда уже начали появляться реальные, как бы, подписчики, очень мало, но ты уже, как бы, выкладываешь видео, и они начинают что-то писать, и у меня начали появляться по 50 просмотров в день, уже без раскрутки, без всего, то есть я выкладывал видео, да, и у него где-то за день, за два 50 просмотров, и сами, то есть не нужно было больше никуда ничего, или я куда-то выкладывал, но оттуда мало. Вот, и представляете, откуда я раскручивался? У меня было, я выкладывал обзор, но это не на новинку. На новинке я раскручивал быстро за счет всяких форумов. Я вот метро я до 5000 в несколько дней раскрутил, но это за счет того, что это супер актуально, и я там на всякие форумы бросал, и вот так вот, да, то есть за счет супер актуальности. А вот потом, когда я начал летом делать на старые игры, на которые уже не было супер актуальности, то там уже нельзя было накрутить, как бы, вот эти 1000 просмотров, она, эта игра уже особо, ну, была фан-база, но я вот так раз не знал, что есть группа ВКонтакте, где там есть, да, по любители Quake, блядь, и так далее. Если ты бросал просто куда-то на форум, там всем похуй было, потому что если это старая игра, ее уже обсудили, всем похуй, поэтому я вот начинал считать, вот там у меня был 50 просмотров, и потом вот резкий взлет вот это с мафией, потому что, опять же, это супер актуально было, это более актуально, чем сейчас Skyrim, хотя вот сейчас Skyrim, я обратил внимание, вот он был почему-то очень актуален, очень много просмотров и так далее. Ну, хер с ним, потому что он мне не понравился, поэтому я не жалею, в общем, вот. И мафия, это был супер актуально, я начал пилить ролики, и мне это самому лично было, я не то чтобы видеососил, да, что, о, блядь, я сейчас сделаю 100 роликов, и на каждом будет по 1000 просмотров, это будет 100 тысяч, хотя примерно, ну, какие-то такие мысли были, но самое главное, это было, блядь, вот кто видел, да, и можно ща посмотреть, то есть это, вот то, что я говорил, это были реальные мои впечатления, мне это охуенно нравилось, мне эта игра нравилась по графону именно, да, как бы круто, и я это просто как бы запечатлевал и выкладывал, а так как ограничение было по 15, плюс у меня тогда еще процессор, это был E5-200, и, к примеру, даже 15 минут, это нужно было тратить больше времени, чем, к примеру, если 8 минут выложить, да? Ну, как бы ты быстрее, Андредевил быстрее выложил, и побыстрее бы, ой, комменты там, еще что-то. Или первое впечатление, надо же первым быть, чтобы у тебя больше просмотров. Ну, например, вот появилась, да, она только на торренте, ну, или на торренте, или где-то там, демо-версия. И ты, вот она только появилась, и ты быстро сделал, и тут же выложил, да? И нужно же как можно быстрее. Я вот начинал, как вот, что максимально быстро выкладывать, прям супер реакцию. Никого такого не было, потом заметили, что так стал выкладывать, и некоторые тоже что-то пытались. Но это еще не обзорщики, а просто геймплей пытались, еще что-то. Ну, они ни к чему не пришли, потому что я-то обзоры фактически делал, а они геймплей, вот. И, естественно, если ты хочешь мгновенно, максимально быстро выложить, а торренты, вот, к примеру, обычно появлялись в 10 вечера, в 11, если ты будешь возиться, нужно игру скачать, установить,
посмотреть, дальше отрендерить, выложить. Если ты будешь возиться, то обзор будет выложен в 3 часа ночи. В 3 часа ночи уже меньше, да, будет актуальность, потому что люди пойдут уже спать. И нужно как бы можно быстрее. Вот я как сейчас помню, когда я на метро выложил. И знаете, у YouTube бывали такие, сейчас иногда бывает, но раньше особенно бывали, когда он тормозит, короче, он, ты загружаешь, он загрузился, но потом очень долго обрабатывается, не обрабатывается. И вот как сейчас помню, когда вот я на метро загрузил, и уже такой, блядь, 2 часа ночи оно загрузилось, и он такой, 0% обрабатывается, 0, я 20 минут жду, 0%, 30, 40, 0, я же начинаю второй раз загружать, и что-то, блядь, и потом он, короче, обработался только часа через полтора, а мне вот такой, я, блядь, сижу, блядь, быстрее бы это видео выложить, чтобы все посмотрели, чтобы это хуя моя, блядь, а оно не рендерится, это так охуенно было, короче, я так, блядь, уже 2 часа ночи, 3 часа ночи, пиздец, короче, вот. Поэтому вот в этом тоже смысл был, для меня это было супер гонкой. Это было супер классно, вот я считаю, опять же повторюсь, да, это более интересно, чем как сейчас, блядь, пришел, ролик классный сделал какой-то, постарался и сразу там договорился там с Мэдисоном или еще с кем-то договорился, блядь, может где-то деньги заплатил, чтобы тебя везде положили, у тебя сразу там 100 тысяч просмотров. Вот, но тут тоже свой кайф есть, но это... Тут и более профессионализм, с одной стороны, должен. Там-то я как дилетант начинал, грубо. Ну, как дилетант, у меня знания были, но именно я вот много чего не знал по раскрутке или еще про что-то и так. Не было еще на YouTube много так людей зарегистрировано. Это потом вот еще 100-500 пришел, много принес людей, и как-то это развивалось. А тогда еще, блин, на YouTube, чтобы кто-то зарегистрирован был, это, короче, мало очень чего было. Вот, короче, это все пошло. И вначале, вот я говорю, у меня там... 10 тысяч, я помню, вернее, не помню, но был, по-моему, у меня такой-то период, да, 10 тысяч просмотров видео, я такой, о, 10 тысяч, но это у меня, по-моему, еще было, я еще даже, может, игры не делал, и потом такой, может, 100 тысяч, это я уже игры однозначно делал, потому что 100 тысяч это много, я такой, а, не, я еще 50 тысяч был, а потом такой, о, 100 тысяч, когда же 100 тысяч, я еще помню, у меня, блядь, 70 тысяч, 75, я такой прикидывал, так, у меня где-то примерно по 2-3 тысячи в день, если не сбавлять темп, выкладывать новые ролики, то там, блядь, это значит по 3000, да, там 8 дней или что-то такое, я такой, блядь, ну так, 100 тысяч, я такой, бля, 100 тысяч, но тогда еще у меня подписчиков, считайте, не было, и не было смысла видео выкладывать, я даже об этом не думал, поэтому я ничего не выкладывал, потом так 200 тысяч или 150, я такой, ну, 150 уже, ладно, потом 200 тысяч, потом так, 500 еще, 500 тысяч, и тут уже тут начали где-то Mafia 2 примерно появляться, и потом я уже начал ждать миллионы, я думал, блять, у меня будет миллион просмотров. Неужели миллион? Миллион, вы вдумайтесь. Вот кто знает, вот тогда особенно, как тяжело было просмотров. Я же говорю, по 50 просмотров было, это еще на форуму выложишь 50 просмотров. А тут миллион, как это можно? Вот, и еще такая фигня была, что я смотрел, и сколько ролики набирает, даже вот какой-то более-менее такой ролик, ну просто лежащий, это не обзор, не от Мэдисона, ничего. Вот как бы, ну, выложили какой-то геймплей GTA 4, вот, к примеру, я видел, и вот он год лежал, и на него там 15-20 тысяч просмотров за год. Я такой думал, о, бля, 15-20 тысяч, это дохуя на один ролик. А если выложить 50 роликов, то через год будет миллион. Но это через год, да, будет миллион, а мне нужно побыстрее. Короче, в общем, короче, миллион это была супер невъебенная цифра вообще. И опять же, повторюсь, то не было, я даже особо не знал, что там можно, там, как потом 100-500 разогнали, да, во ВКонтакте, там, мейн, реклама, там, хуя моя, блядь, и так далее. Я так не знал, поэтому тогда эти цифры, это были просто невъебенные, короче. Вот, пошли подписчики, и помните, я отмечал 1000 подписчиков, для меня это было реально 1000 подписчиков, это сейчас... Сейчас кто придет для него, если какой-то нормальный проект, даже если не то, что нормальный проект, а просто какой-то более-менее толковый чел, новичок, да, он и то может 1000 подписчиков достаточно легко срубить. А если какой-то проект такой приличный, да, ну типа вот, ну я, к примеру, привожу хобби, да, там их много, миллион таких проектов, я просто не хочу какие-то еще, ну я и этот не особо хочу рекламировать, но это я просто для примера, чтобы было вам понятно, вот. Я его не рекламирую, мне похер, как бы, просто он там с Мэдисоном, а так как у нас с Мэдисоном определенная связь, то просто он как бы заодно и что-то получает, вот. И как бы он может, да, прийти, и тут же для него 1000 подписчиков, это хуйня, там Мэдисон разместит, и все там, о, это мой друг, блядь, и там сразу тебе и 1000, и 5000, и это как бы полная хуйня. А я 1000, как бы, я, знаете, как бы крафтил, блядь, ее, как бы это, блядь, добывал, нахуй, как бы ее...
блядь, на это, как это называется, нафармил, блядь, короче, тут один, тут 10, блядь, тут выложил обзор, ко мне подписались только, плюс еще же тогда было, что ты там не обзоры делаешь, ты там графику, еще что-то, и за счет этого все равно мало подписывались, поэтому даже 1000 это было, короче, охуенски сделать. Вот. Это я к чему все веду-то, блядь? А все к простейшей хуйне я веду. К тому, что 10 лямов, это такой пиздец. Это уже даже по нашим меркам. Потому что давайте посмотрим, у кого больше, чем 10 лямов сейчас, да? В единицы можно посчитать, у кого больше 10 лямов. И большинство из них будет, это какие-то раскрученные, да? Я не говорю, что 500 там супер закручено, у него всякие 300 миллионов или 500 миллионов уже просмотров. Там супер как бы накрутки идут охуенские, которые вообще непонятно как, откуда идут, короче. Ну, неважно, они как-то накручивают, хер, это их дело, короче, вот. Там в любом случае супер накрутки идут, это пример такой, как Мэдисон, да, вот он хвастал в своем видео, блядь, у меня 500 тысяч обзор, блядь, а когда он вот это свое видео выложил, у него сейчас где-то 30-40 тысяч просмотров, да, то есть, и при этом это видео, я уже писал в комментах, я считаю, оно более как бы интересное, чем его обзор, потому что его обзор, особенно на Скайрим, ну или какие-то вот, блядь, одно и то же, а тут как бы какое-то видео о его личной жизни, новой там, не знаю, квартире, еще что-то, то есть оно, мне кажется, более такое какое-то, именно для фанов, оно более интересное, и при этом оно вот 30-40 тысяч набрало, он сказал, что я там куда-то не на главный канал, ну это понятно все, но я считаю как, я считаю, если ты фан Мэдисона, то ты следишь за всем, за ним, кроме того, я думаю, что он там где-то описался, некоторые люди написали, зачем Туля отдалил видео. Я так понял, что он, я просто пропустил этот момент, что он его сначала ВКонтакте выложил у себя на страницу или что-то такое, но потом удалил. Он специально это, наверное, сделал, чтобы часть увидел, а часть нет. Вот, откуда там все равно пришли, да, если он в блоге это видео не заместил. Он разместил на этом канале, на нем были подписчики, но на нем не так много подписчиков было, а пришло больше народу, вот. И я, как я, с чего начал, что если ты фан, да, Мэдисона, то ты следишь за всеми его видео, а не так, что он там у себя лично на странице разместил или на сайте, блядь, и ты смотришь, нахуй. Если ты фан, то ты смотришь, вот. И это как бы и показывает вот реальное количество его просмотров, тех, кто его, хочет его смотреть. Вот. И это при том, что там много моих фанов набежало, которые в комментах пошла борьба, а там все обновляли страничку, да, то есть это не чистые 30-40 тысяч просмотров, там просто пошла вот эта дискуссия, там плюсы, минусы, посылы нахуй и так далее. И накрутили. А если это все убрать, то гораздо меньше будет. И вот это вот более реальные, как бы, скажем так, просмотры. А они просто, ну, он в частности, не только он, они там все там, ну, вот все, кто там много просмотров, они друг у друга начинают там ВКонтакте размещать, еще где-то там накрутка идет, и поэтому в итоге там 500 тысяч, и он такой, блядь, ну, моих роликов 500 тысяч просмотров, блядь, да если мой ролик сейчас взять, вот, ну, к примеру, по контре, не нужно брать самые стрёмные, но вот я по контре, ну, у меня много сейчас в последнее время, у меня вообще чуть ли не все такие, вот я сам реально смотрю по контре ролик, блядь, ну, охуенно смешной же. Ну реально, там над каждой фразой можно ржать, просто реально, да? Ну просто нужно понимать немножко, не быть тупым долбоёбом, вот. То есть взять вот будет этот ролик и вот как вот Мэдисон делает, вот на, везде там же разместить, так я думаю, что у меня не намного меньше, чем, может быть, даже не 500 тысяч, но там 300 тысяч или 200 тысяч будет, или даже 250-300 тысяч, то есть если в тех же местах разместить, то же самое будет, это просто... Он, короче, так кичится, как будто 500 тысяч, и, знаете, как будто 500 тысяч человек сами пришли и сами посмотрели. Это, короче, развод для школьников, и школьники только так думают, что есть 500 тысяч просмотров, там, значит, 500 тысяч человек сами приперлись, сами посмотрели. Это хуйня полная. Вот. Я тоже где-то размещаю свои видео, но то, где я размещаю, это полная херня по сравнению с тем, где они, как бы, да, то есть... Группы такие популярные, ну я, к примеру, где-нибудь там, ну, к примеру, на Канобу размещу, ну, блядь, ну там пару десятков просмотров, это, ну, это, я чисто так, я даже на Канобу уже, считаю, в последнее время вообще забил размещать, потому что смешно, я раньше размещал чисто, чтобы просто, ну, как бы я там был, да, а вот эти вот пару десятков просмотров мне нахуй не нужны, и на самом деле в большинстве мест, где размещаю, что там, как бы, пару десятков просмотров, в лучшем случае пару сотен, вот, и...
даже если это все сложить, для моего текущего уровня это уже как бы хуйня, да, вот у меня там, ну, 10, на популярные ролики может быть там 20, 30 тысяч просмотров, 40, ну, блять, вот если в 10 местах разместить там 1000-2000 просмотров по сравнению с 30-40 тысячами, ну, сами понимаете, это хуйня, да, но это не те ресурсы просто, да, то есть есть суперресурс, да, к примеру, если мой ролик разместили у 100-500, короче, в группе, хоть она в ней вообще нечего делать, но если там разместить, то 2 миллиона человек там получат у себя на стене или где там ссылку, и они посмотрят. И вот прикиньте, сколько у меня будет просмотров. Вот. Но там тоже свои есть фишки. Но я просто хочу сказать, что у меня-то шли вот так вот просмотры более, гораздо более реальные. Без, ну, кое-какая, ну, она такая, накрутка, как бы, не в прямом смысле, да, то есть если человек какой-то, ну, к примеру, коммент написал, он потом обновит, чтобы посмотреть, ответил я или нет. Вот это получается, что один человек два просмотра, как бы, ну, это такое, не каждый обновит, не каждый коммент оставляет и так далее, короче. Но это у всех так, это же не только у меня, это у всех так. Вот, и потом у меня был, значит, 1000 просмотров, миллион. Помните, мой ролик на миллион был, на ты. Я вот не помню, что раньше случилось, у меня 1 000 000 просмотров или 1000. Я так примерно заметил, что у меня на каждый 1 000 000 просмотров по 1000, потому что сейчас 10 миллионов, и у меня скоро, через 2 недели, примерно будет 10 тысяч подписчиков. Тоже, блядь, надо будет, наверное, видео замутить, потому что 10 тысяч. Ну, там, наверное, тоже простенькое будет видео. Я уже тут много чего сказал. Более... В предыдущих видео я тоже что-то говорил на миллион, на 5 миллионов, но не все. Вот сейчас я немного по-другому говорю, поэтому стоит послушать. Кроме того, самая главная фишка, что кто-то может сказать, ты уже что-то повторяешься. Некоторые вещи я только повторяюсь, не все. Но просто я точно 100% знаю, что предыдущие видео, ну, к примеру, на миллион, да, у меня на тот момент было подписчиков, ну, не знаю, 1000, к примеру. И значит, только те люди посмотрели, а сейчас у меня 10 тысяч. И значит, не все, короче... посмотрели, да, из них, и значит, уже я для них как бы делаю. Потому что мало кто будет, есть такие люди, которые все там ролики мои просматривают, но в среднем как бы не, мало кто там будет искать, смотреть, делал я на миллион или нет. Вот. Поэтому 10 миллионов это просто супер цифра. И вот я как говорю, совсем недавно было 5 лямов, а еще до этого я, по-моему, 3 ляма, не помню, на 3 ляма делал. Это было где-то примерно в конце весны, примерно, да, вот, то есть, насколько быстро миллионы пошли, ну, не совсем быстро, но все-таки под полгода где-то, да, с 3 миллионов до 10, но, блядь, с 3 до 10 это в 3 раза, и это 7 миллионов просмотров, это дохуеет. Злые языки любят говорить, да у тебя, блядь, 800 видео, нахуй, ну, блядь, попробуйте сделать одно видео на 10 тысяч просмотров. Попробуйте, блядь. А у меня в среднем получается одно видео где-то 12 тысяч просмотров. Одно. А первое видео у меня, если вы посмотрите, там по 2 тысячи просмотров, по 1000 просмотров, по 3 тысячи. Значит, у других видео больше. Вы попробуйте, блядь, сделать на 10 тысяч ролик, блядь. Вот попробуйте один ролик на 10 тысяч. А я сделал в среднем, блядь, 800 по 12 тысяч, на, в среднем. Потому что у меня есть ролики и по 50 тысяч, много. У меня сейчас уже, на данный момент, у меня уже там дохуя роликов там по 50 тысяч, по хуй знает сколько тысяч, короче. Вот. Многие есть люди, которые завидуют. Они пытаются удалить мой канал. Помните, кто помнит, в мае такое практически произошло. Мой канал забанили нахуй просто. Я сам был неприятно удивлен. С одной стороны, у меня появилось много свободного времени. Хоть я и продолжал что-то играть, но на несколько дней у меня так это такое, знаете, а все, блядь, можно ничего не делать, короче. Вот. Но я его восстановил впервые, наверное, в истории практически. Во всяком случае, среди таких известных личностей, да? Ну, все, вы помните, блядь, все просто охуели, когда мой канал там на тот момент 620 видео, ну, сначала в пучину канул, все такие, о, блядь, ну, кто злился, да? Ну, кто, блядь, меня ненавидел, скажем так, все такие, о, блядь, Ванамас, ура, ура, блядь. А потом
мой, блядь, канал как из пучины, такой как Титаник, нахуй. 620 видео, блядь. И все так... Просто, блядь, охуели, нахуй. Вот. И помните, даже в начале еще не было иконок, у них пустые значки были. Ну, эти часики, да, как бы без значка. И такие, блядь, когда иконки появятся. Потом они в течение 2 недель, что ли, начали появляться. Короче, это было супер. И сначала просмотры, они же в ноль упали, если статистику посмотреть. А потом, когда он появился, они так начали расти, блядь, потихоньку. И как бы этот механизм, он как бы, знаете, он как бы, ну, как бы часы так раз так сломались. И вдруг их так завели, и они так... так скрипеть начали, так начали раскручиваться, блядь, раскручиваться. Я такой сразу начал запиливать видео и так далее, вот. Потом второй раз было недавно, в начале декабря. На несколько часов, как я понял, я просто тогда не отследил. Я узнал, что его забанили, мой канал. Так, или не забанили? По-моему, мой канал забанили. Забанили, по-моему, мой канал, да. И я потом только когда в следующий раз зашел, уже все было нормально, но, по-моему, я так понял, что там несколько часов он был забанен всего лишь. Вот. Ну, могу сказать, что те, кто люди этим занимаются, они уже... Даже вот это было случайно, это не от них зависело. Вот я как понял, вот этот вот бан, это не от них, это от других. Ну, от других всяких фигень, короче, произошло, вот. И то, как видите, я мгновенно его практически восстановил. Вот. И поэтому сейчас пытаться с моим каналом что-то сделать, это, ну, какие-то колхозники есть, которым делать нечего в их колхозе, и они как бы злятся, что... Ну, и тут есть, конечно, на что-то злиться, да, там, жизнь несправедлива или еще что-то такое, ну, хуй знает, я думаю, все равно это неправильно. Так делать, это то же самое, знаете, как Майбах едет, да, можно сказать, вот, блядь, у него, давайте я им сломаю. Как это, не будет Майбаха ни у меня, ни у тебя, да, как бы, но Майбах, он как бы красивый, крутой, да, и так если подумать, зачем вот его ломать, ну, блядь, да, он принадлежит не тебе, но зачем его ломать, как бы ты уменьшаешь красоту в этом мире, да, то есть, да, можно все сломать, блядь, и быть обезьянами, нахуй, как, и таких долбоебов на самом деле много, я не знаю, как у вас, вот было такое во дворах, когда... Какие долбоебы свои же ломали, качели, блядь, карусели, да, это для них сделано, блядь, они ломали, ну, то есть, блядь, ну, животные, обезьяны, дебилы тупые. Ну, такие люди есть, к сожалению, у них, ну, просто родители, блядь, какие-нибудь алкоголики, блядь, то есть, ну, у них, блядь, наследственность полная хуйня, то есть, ну, обезьяны, шимпанзе, что тут скажешь, и они как бы вот этим руководствуются, да, то есть, вот у меня, блядь, нет нихуя, я, блядь, не знаю, там, кусок говна, я и всем все сломаю, все будут, вот. Хотя даже вот если про тут же Майбах сказать, между прочим, а вот давайте как будто ему отдадим Майбах. А что он с ним сделает? Он сможет его там обслуживать, еще что-то. Ведь Майбах это не просто так, нужно, чтобы гараж был и так далее, да. То есть, а у того человека он есть, и тот человек на самом деле, к этому нужно усилия прилагать, чтобы у тебя Майбах был, да. Потому что даже если это блондинка, у нее есть, не знаю, муж или еще кто-то, кто этим занимается, чтобы... обслуживать надо, чтобы не поцарапали, чтобы, блядь, шофер был. То есть, даже когда у тебя есть какая-то хуйня, у тебя есть, да, богатство, грубо говоря, им нужно уметь управлять, да, это как взять какую-нибудь Робинзону Крузо, блядь, дать управлять, нахуй, Майкрософтом, ну, он же, блядь, развалит, да, то есть, это просто глупо. Тут даже вот есть такая определенная, она тоже не полная, но справедливость в том, что Билл Гейтс, может быть, он и не совсем, да, крутой, но он все равно все-таки хоть как-то управляет. Или, к примеру, там, Путин, да, говорят, туда, блядь, он плохой, там, еще что-то, блядь, но он управляет такой страной, как бы там, хоть, ну, не то, чтобы хоть как-то, но, блядь, вот взять вот, кто вот критикует его, особенно школьников, да, вот, школьников, и дать им вот, блядь, набери тебе вот страну, нахуй. Да тут же все развалится, его тут же придут и... блять, расстреляют и все, короче, и все раскрадут, нахуй. Потому что даже так это охуенно сложно, как управлять. И сейчас только школьник говорит, бля, нахуй, не так, блядь, не так, там воруют хуйня. Блять, да вы, вам, блять, вам, вас 2106 в управлении, нахуй, нельзя давать, потому что, ну, у вас даже развалится, нахуй. Не то, чтобы страну России, ёпта, и таких людей, которые могут страной России управлять, их даже, в принципе, их несколько человек в России. О. Ну, я к ним, в общем-то, отношусь, конечно, но все равно их очень мало, на самом деле.
Вот, поэтому то, что они что-то пытаются удалить мой канал, это они, я так считаю, они мне только просмотры накручивают, потому что они приходится заходить на мои видео, там комменты писать, минусовать, еще что-то. И они, на самом деле, их же много, да, их несколько десятков или сколько там, блядь. И они как бы, заходя, накручивают мне просмотры тут, там, тут немножко, там, и тысячи, тысячи как бы капают, вот. Ну, они это, в общем, ну, это их дело, мне, в общем, они особо не мешают, как вы видите, как бы канал Ваномаса, да, 800 уже с лишним видео, 10 миллионов просмотров, как говорится, боська тявкает, а слон идет, вот. Поэтому, в принципе, я особо не обращаю внимания, даже если некоторые ролики, вот там пару роликов удалили, хотя я на самом деле думаю, что я их смогу восстановить со временем, я этим еще более плотно займусь, я уже этим занимался, но, как вы знаете, ну, не все, наверное, знают, что на самом деле на YouTube ролики не удаляются. Потому что, если бы они удалялись, то мой канал, когда бы удалился, то его бы, блядь, невозможно было восстановить. К ним просто доступ, как бы, закрывается. Но сам ролик не удаляется, его можно установить. Вот. И те пару роликов, которые у меня сейчас закрыты, грубо говоря, доступ, я думаю, восстановлю. При этом просмотры не убавляются. То есть даже если ролик забанить, грубо говоря, то просмотры у тебя останутся. Да? То есть был миллион у тебя просмотров на ролик, его забанили, у тебя все миллион остался, нахуй. Этот миллион. О. И поэтому даже если у меня пару роликов забанят, пока их будут банить, я уже 100 новых запилил. Но это люди не понимают, хуй с ними как бы. Вот. Даже не знаю, что еще сказать. Ах да, я еще начал давно уже мыслить, что 10 миллионов, больше 10 миллионов, это всего лишь несколько человек. И из них, наверное, да не то, что наверное, нет ни одного человека, кто вот как я нахуй, вот с нуля поднялся и не использовал никакие ресурсы. Я деньги в это не вкладывал. Я мог бы там ВКонтакте как-то рекламу делать. Я мог бы в Мэдисон, в группу, да, вот располагайте мои видео, я там буду башлять или там... С Мэдисоном я бы его там по кабакам водил бы, или как там Хоббит обнимался, чтобы только там, ну, к примеру, да, с Мэдисоном, можно еще с кем-то там, там другие группы есть, да, чтобы только там располагали мои видео. Я так не делал, вы сами видели, как это, где мои видео, и 10 миллионов, блядь. Я уникальный просто в этом отношении, потому что вот есть другие, к примеру, вот, ну, другие каналы Сибрай, да, я говорю, 100-500, там... Здесь хорошо, там, Камикадзе Ди. То есть у них у всех вот такая раскрутка. Хотя Камикадзе Ди еще относительно был ничего, потому что у него, он просто, у него канал древний, чуть ли не с 2006 года, и у него первый ролик Ксения Собчак, и вот давным-давно, он еще год назад, наверное, у него было 2 миллиона практически просмотров у одного ролика. Но это просто так совпало, когда YouTube был мало развит, и у него ролик такой более-менее, ну, как бы относительно интересный, по тегам, и много очень из-за этого просмотров. Ну, короче, это даже если бы там говно было, то есть это не зависит от контента. Если был бы говно галимый и так же был назван, то у него тоже было бы 2 миллиона просмотров. Вот, ну, у него еще как-то, да. Но потом он, когда со 100-500, он к нему как бы приклеился. Сейчас вы, если вы посмотрите, сколько у него просмотров, это именно за счет того, что он как бы 100-500, он его аудиторию, которую 100-500, грубо говоря, завоевал, но не сам, тоже при помощи раскрутки, он ее тоже как бы себе взял и за счет этого рубит много просмотров. Потому что его ролики, согласитесь, не изменились принципиально, а просмотров стало просто в дохуя раз больше. У него вот, я сейчас смотрел, когда он только, ну вот в 2010 году еще не было, ну вот 100-500 только начал появляться, то есть тогда можно было посмотреть, но там было, блядь, он выкладывал видео, там 7000 просмотров, 10000, вот такая вот хуйня была. Потом, когда 100-500 пошел, где-то в январе, у него пошло 80000 по 100000 просмотров, а сейчас где-то, блядь, там бывает по 500, по миллиону, что-то такое, вот. Но это он тоже за счет 100-500, он к нему как бы присосался, такой, блядь, хитрый еврей, да, хуй, вот. И там эта вся хуйня пошла. И Мэдисон, он же в этой, блядь, спасибо Ева, Дергачев. Дергачев, они делают вот эти ролики, блядь, Майдак Свижен, которые вот про титьки 10 миллионов. Он собрал один ролик, да, можно сказать, о, блядь. Ну там же
Во-первых, стоимость этого ролика дохуя стоит. Ну и так далее. Короче, они все вот так вот. И у них поэтому много просмотров одновременно. А я-то с ними вообще никак не связан. Я смог 10 миллионов больше. Вот, ну уже 11 практически. 10 700 где-то миллионов. 10 миллионов 700 тысяч просмотров. Как бы вообще без них нахуй добрать. То есть прикиньте, блядь. А вот, например, там вот Hot Psychology есть, да, у нее больше, чем у меня, по-моему, сейчас уже. Но, блядь, она, потому что она в Карамба ТВ, ее вот гонит через этот тоже 100-500, он тоже рекламирует, да, там же были выпуски, когда он в конце говорит, а вы подпишитесь вот на этот канал, вот на этот. То есть, если у этого ролика там 5 миллионов просмотров, и он говорит, то есть, ну вы поняли, блядь, что я вам объясняю, нахуй. Вот, и плюс у нее же там тоже сиськи, блядь, и прочая хуйня, и поэтому подписываются, и... Вот, и как бы гонят вот это, и у нее поэтому так много просмотров. А вот если бы она вот без этого, вот без этой, да, пиара, скажем так, когда делают вот так вот люди, вот попробовала бы она посмотреть, сколько у нее, короче, просмотров было. Ну, кстати, тоже бы не так мало, но гораздо меньше, чем у меня. Вот, поэтому мой канал, это чуть ли вообще не номер один фактически в интернете, который именно... такой беспиарный, да, то есть я мог бы тоже бабки там платить, какие-то, не знаю, блядь, хуй знает, объявления нахуй в метро, блядь, вешать, блядь, листовки какие-то выдавать, нахуй, флаеры, блядь, какие-то хуйню, короче, вот. Тогда бы у меня тоже было минимум 100 миллионов просмотров, а то, блядь, и полмиллиарда или даже миллиард, нахуй. Но мне так интереснее даже. Без этой хуйни, как видите, 10 лямов вполне поднял. Люди сейчас, смотрю, новые обзорщики начинают, у них тоже там по пара тысяч просмотров, или там уже 20-50 тысяч просмотров. Вы, наверное, смотрите такого на массу 10 миллионов, блядь, пиздец. Да, это на самом деле супер пиздец, конечно, и, конечно, прийти к этому тяжело. Тем более, если как вы делаете ролик там, ну там 2-3 ролика в неделю, тут либо нужно подключать всяких Мэдисонов, и то это просто так не попрет. Это нужно, чтобы и ролик был очень ничего по качеству. Вот, Мэдисону даже впадлу будет что-то рекламировать, такой стрёмный на самом деле. Вот, либо хуй нарыло, либо как-то продвигаться. Но я с чего это начал, да, что... На самом деле все равно это не значит, что нужно, блядь, руки опустить и, ну, блядь, терево на массы никогда не догнать. Но меня, может быть, и не нужно догонять, я number one, как бы, вот. Так, пацаны, в общем, так произошло, что видеокамера устала снимать, у нее закончилось и место, и заряд, поэтому я там еще пару минут пиздел, а она прекратила снимать, и это ушло в небытие. Мне впадло вспоминать, что я там говорил. В принципе, я все помню, но там нужно... посмотреть, чем закончилось и что было предыдущее, чтобы... Ну, там ничего особенного, в общем, про просмотры и так далее. Ну, пару минут, короче. Он что-то не пискнул. Он обычно, когда место кончается, он так пик, пищит, как бы. Ну, типа, закончилась съемка. А тут то ли еще дополнительно питание закончилось, потому что тоже аккумулятор разрежет, то ли что. Ну, короче, ничего не пискнул. Я поэтому тут еще... Фу, ну я боялся, хуже будет. Я думал, минут 20 записалось. Я тут 40 минут или даже больше говорил. Вот. Но практически все записалось, пару минут, наверное, не записалось, вот. Поэтому похер, буду, скажем так, досвиданькаться. Давайте там поздравляйте, не унывайте, у вас тоже будут миллионы просмотров. Но для этого нужно, короче, пахать, что-то делать, а не так, что сидеть или думать, что ничего не надо, или ничего не получится, или еще что-то, короче, вот. Есть разные шаблоны, можно вкалывать, там много делать роликов, можно... более талантливо как-то подходить, один меньше роликов, но больше просмотров, еще, ну, выбирайте, как понравится, короче, экспериментируйте и пытайтесь стать number two хотя бы, да, то есть по просмотрам там, ну, там как получится, в общем, пока.